сверху, чайник нужно закрыть грелкой. Настаиваем чай 5-7 минут, а потом доливаем чайник кипятком из самовара до нормы и разливаем в чашки. Чай подают в чашке в блюдце или стакане с подсыпанием. Отдельно подают сахар, лимон, нарезанные тонкими кружочками, варенье, мед, молочники, горячее молоко или сливочек. И обязательно нужны вкусности, печенье, бублики, кореянки и розовые конфеты. Кукла в самоваре или на русской чайной церемонии предназначается для сохранения тепла в чайнике и улучшения качества заваривания чая. Создает непоколебимую атмосферу русского чайпития. Мы, русские люди, считаем, что совместное чайпитие поддерживает любовь и дружбу между членами семьи, скрепляет родственные и дружеские связи, а самовар, кипящий на столе, создает атмосферу и благополучие счастье. Много интересни неща за чая и самовара научихме тази вечер от семейство Воронцов. Да благодарим на нашите домакини за тяхното гостоприемство и за това, че споделиха с нас тази вечер. Нека в този хубав ден си пожелаем топло огнище, хубави чувства, много любов и разбирателство с най-близките хора. Честит празник! Благодарим ви!